Международный форум городов атомной энергетики «Энергия изменений» прошел в Удомле. Организаторами выступили госкорпорация «Росатом» и фонд «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций». В нем приняли участие представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, главы территории расположения атомных электростанций, представители атомных станций, депутаты и сенаторы Федерального собрания Российской Федерации. На мероприятии были продемонстрированы инструменты для поддержки и развития городов атомной отрасли. Проходили дискуссии и семинары, где поднимались вопросы благоустройства и внедрения цифровых решений в рамках проекта «Умный город». На территории форума были размещены красочные стенды, посвященные атомным городам и инновационным способам их развития. «Росатом. Инфраструктурные решения», дивизион госкорпорации «Росатом», пригласил своих давних партнеров стать частью форума и разместил современные разработки компании на своем большом стенде «Умного города». «Лига» давно сотрудничает с «Росатом. Инфраструктурные решения» и активно участвует в проектах по цифровизации и развитию городской среды. Поэтому мы с удовольствием приняли участие в мероприятии и предоставили интерактивную сенсорную стойку «Лига Смарт» для гостей форума. Посетители смогли познакомиться с интерактивным оборудованием и увидеть его возможности. Программное обеспечение, установленное на киоск, было посвящено одному из действующих проектов — атомному городу Волгодонск. Вся актуальная информация о событиях, список сервисов и служб, планы и проекты города. Любой заинтересованный житель может легко получить нужную информацию, а ведущий менеджер компании всегда был рядом и отвечал на любые появившиеся вопросы. Инновационные технологии способны существенно повысить уровень жизни населения атомных городов, упростить работу сотрудников и создать комфорт для всех местных жителей. «Лига Групп». Внедряем цифровые решения и развиваем города России.